И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Дэн, Колбаскин, Кимбербия и Тучка, Кирилл. Пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Привет. У нас будет сегодня гигантский лабиринт, будем выживать от монстров за аномалией. Монстра сможет убивать только тот человек, который сможет добежать до вышки и взять вот это вот оружие. У нас здесь будет два минигана и вот такое вот классное оружие мощное. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Смотрите, сколько монстров я поставил для первого раза. Но будет следующий раунд, и они будут намного тяжелее. Все. Что? Это мгновенная смерть. А че мгновенно мы умираем так? Как будто на расстоянии, может, бьют. Вот этот жираф прикольный. Я уже на вышке. Ну, давай, бери оружие. А ты можешь мне его скинуть? Нет. Не можешь, да? Я на вышке почти же. Они не побежали вниз? А, они ж не могут пройти вниз, они только поверху бегают. Ура, я забираюсь. Мочи их. Так, я вижу, они там позастревали. Сейчас достану. Ого, там мочилово идет. Ладно, я иду тоже оружие брать. Прыгивай, идемте их мочить. Не ссыте. А его уже убили одного? А, блин, убил! Так откуда он взялся, это жизнь? Ты дурак, что ли? У меня оружие, получается, пропало. Ну все классно. Ладно, давайте, пацаны, я на вас надеюсь, что вы убьете. Идите сюда вот. Здесь как вход в черный туннель, здесь эти челепиздрики ходят. Ого, звук металла, когда по ним стреляешь. Все, убили. Все, всех, да, убили? Ребята, смотрите, сколько я поставил разного оружия для второго раунда. Ну, монстров будет намного больше. Ой-ой-ой, это ого. Это братья мои? Да. Ну что, пацаны, давайте. Погнали. Дима, а бомба по плану была? Нет, бомбы не было никакой. Ты врешь. Они что, плохо бегают? Да. Ой, нет, убивают, пацанов, я вижу. Даже подлагивают у меня немножко. Вот это они психи. Так, ну что, давайте попробуем пройти все-таки. Так, они вниз падают, они могут и по низу ходить, но они застреют. У каждого свой скилл. Они быстрые, но тупые. Есть медленные, но умные. В принципе, как и я. Да? Гору же. Да. Пацаны, давайте, мочите их. Я почил вышки. В следующий раунд я поставлю гигантских монстров, но они уже будут прям очень жестко нас мочить. Убил! Откуда он взялся? Телепортировался, что ли? Эй. Я почти побежал. Они так ногами прикольно шевелят. Слышь ты, телепиздрик, ты меня не убьешь? Да. Так, вау. Аккуратненько идем. Опа. Убил. Че, пацаны, получается? А, я вижу, как вы умираете. Кстати, вроде стоят на месте, но при этом нас мочат сильно. Нет, такой себе. А сам не идешь? А, блин, я боюсь туда идти. Ну все, иди резко, проходи, он не убьет. Сейчас попробую их убить. Блин, и меня сожрал. Я думал, что анимация на тебя сработает, и я в это время выживу. А чё вон тут стоим, пойдёте к ним? Ого, тут уже сколько валяется трупейшенов. Спасибо, что расчистил дорогу. Блин, чё там долго иду. Так, подожди, да, сюда. Блин, мне показалось, что там уже кто-то стоит. Вот, я видел его, я прям слышал, чувствовал, что там-то кто-то есть. Ну блин, пацаны, вы не всех убили. Ничего страшного. Да ну блин, работайте. Всё, хорош, пацаны, мы сегодня вообще хорошо играем с вами. Вы заметили? Ну да. Вы психи просто. Ну все, мы всех замочили. Нет, еще один тут. А где, не вижу. Все убили, все всех. Ну все, вы молодцы. Ну что, самый сложный раунд. Так, сейчас посмотрим, где у нас самый большой здесь. Это не он. Это жопа глистов. Твоих? Так, этот неинтересный, этот лагающий кусок говна, этот вонючий кусок говна, этот уродливый. Кусок говна. Вот это оно. Готовьтесь. Все, пацаны, 3, 2, 1. Поехали. Поплыли. Ух ты, как быстро. Блин, это жесть. Но это самый сложный раунд, я предупреждал.
Вы чё, слепые рыбы? Вы же должны всех убивать. Понеслась, родная. Мой сложный раунд оказался. Ой, это что? Это башня из монстров, пацаны. Тут прям на лету все добавляется. Под вашу сложность. Кто добавляет, интересно? А на самой это искусственный интеллект. А, да, это мод. О, так они же по лабиринту ходят, нифига себе. Эволюционировали. Ну да. А здесь он не стянет вниз. Я вижу, как вы их мочите красиво. А там рыбы стоят, втыкают. Так, я тоже иду брать оружие. Все равно они не могут нас убить. О, сейчас я еще добавлю, пацаны. Это ж не все. Вы что думаете, можно не все это? Да? Нет, конечно. Не, вот если было мало патронов, было бы интересно. Да. Ну, у нас, видите, по хардкору все. Может, я просто думал, они будут немножко нас сильнее мочить. Они, видишь, как-то как слеповатые немножко. Как дурачки. Согласен. Ладно, давайте тоже их по красоте, где моя снайперочка. А ты знаешь, Дима, на крысу сейчас заспавнить на вышке. А я сейчас так и сделаю. Не, просто я хочу, чтобы вы их немножко подмочили, то, чтобы не лагало. Смотрите, пришли, короче, помощники. Это кентафурики ихние. Это будут мстить за ихних пацанов. Так реально такие длинные рахиты, какие напришеленцы какие-то. Аристы, короче, одним словом. Они приближаются, пацаны, не все ближе и ближе. Вот, да, он сейчас меня убьет. Прикрывайте. Смотрите, сколько просто летит базук. Это война миров. Вот и все, он меня замочил. Ура. Я там ищу. Пацаны, сейчас они к вам придут. Ой, ко мне идут. Они потерялись. Нет, он приближается. Просто они как-то ходят не прямо, а влево-вправо, влево-вправо. А вот сейчас по суше, смотрите, как он будет четко за мной идти. Просто идеально. Ух. Ну давай, спасибо. Давай, я не боюсь тебя. Давай. Эй, что это он делал? Он расстояние убил? Никто. Эй, слышь, тебя? Передурок. О, Дима, привет. Привет. Ой. Опа, есть. Вот и все. Мы в ловушке. Отсюда не выбраться. А ты беги. Я бегу. Они давай, все ближе подряд. И ближе, смотрите. Окружают меня. Тебя сейчас свои убьют. Скорее всего, так и будет. О, давайте воду проверим, зайдем. Не, они не пойдут. Ну, пойдут. Пойдут, пойдут. Красавчик. А чё я их не мочу? А у меня ж оружия нету того. Ого! Нет, 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 мне жопа! Блин, мощно, мощно фигачит. Ой. На суше с ними лучше не сталкиваться. В лабиринте полегче выживать будет. Тут вообще стоят просто. Слышь, вы инвалидусы. Додик. Додик Иванович. Ой-ой-ой, Дэн, мне так нравится, что ты умный. Очень. Молодец. Пацанам заново иди теперь. Равен 100. Ой, что это за звук Дэн такой стрёмный. Умный. Ой-ой-ой. Ну, кстати, если вы при этом их мочили, я был бы не против. Но у нас люди умные. Но я убил. Я сейчас войну объявлю вам, понимаете, пацаны? Не надо. Надо. А придется. Надо. Я Дима, фу. Надо. А я ничего не делаю. Дима, ты попу мыл? Пою, да. Наждачная бумага. Я привязал, короче, к ноге и как дал тебе пост врача. Тогда давай быстро спать. Да? Да. Эй, слышь, по мне стреляют, я вижу. Я буду злиться. О, я могу арбалетом их фигачить? А, слабо урона будет. А, вот так, да, ты значит? Кто вы такие? Есть, красиво. Ну, профессионально играть надо, ребят. А ну давайте его искать. Ай, да я же ничего не сделал. А там монстр меня убил. Отомстил мне, пацаны. Вы что, я говорю, войну вам объявляю. Вы плохо себя ведете. Ой, того. Молодец, мне нравится, что ты так играешь. На. Ай. Красиво. Войну объявляешь, да, Дима? Да. Ой, извини, сами себя мочите, молодцы. Да я ж ничего не сделал вам. Ты ничего не сделал, ты на войну. Я ничего не... Да сейчас, подожди, сейчас. Нет, я пошутил, стой, не надо. Да я ничего и не делаю тебе вообще.
Я знаю. А вот так, да, вы? Да какой монстр мне убивает? Ой, я убегаю. Ой-ой-ой. Зачистка идет успешно. Они умирают вообще или нет? Я что-то не вижу. Не умирают. Сейчас все, пацаны, подождите. Это все фигня, Миша, давай по новой. Я все ближе и ближе это делаю. Ой-ой-ой, отлетает. Ой, я вижу, двое умерло. Ой-ой-ой. Еще один. Пацаны, то это уже не я. Обстрел. Ой-ой-ой, сколько Не живые? Да что ж такое, они меня мочат. Смотри, подлец такой. На спауне встал и стоит. О, гляньте, на шпагат сел. Хорош. Смотрите. Я его несу. Но! Ого! Кто там труп тягает? Сразу видно, люблю играть с высокоинтеллектуальными людьми. Ой-ой-ой! Искусственный интеллект, ты зашел людей. Вон, я вижу, там еще есть. Да что ж ты делаешь? Дима стоит на острове, сам говорит, да что ж ты делаешь? Да нет, человек передо мной встал, я бомбу начал на голову спавнить. Так, ну что, все, я всех убил. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Делай красиво. Долго.